28 человек погибли при обстреле рынка в Донецке. Еще 30 серьезно пострадали, из них двое детей. Людей вторые сутки госпитализируют с тяжелыми ранениями. Напомню, в минувшее воскресенье в микрорайоне «Текстильщик» прогремело сразу несколько взрывов. Артиллерийские удары нанесли по торговым палаткам и магазину. В утреннее время там было особенно многолюдно. Улицу моментально заволокло густым едким дымом, а людей подбрасывало на несколько метров от земли. Несколько снарядов также легли во дворах поблизости, задев осколками мирных жителей. Спасатели до сих пор находят тела под завалами. Сегодня в Донецке объявлен день траура. Люди приносят цветы на место массовой гибели. Первый прилет был, как врач говорит, да, на Засядько. Мы выглянули, очень много было погибших людей. Когда я вернулась, вся девочка возле меня овощами торгует. Мы разговаривали, потом меня выкинуло на дорогу, ну, рядышком. Не помню как. Помню, нога болит сильно. Голову подняла, она мертва.